Цветы, волнения, бурные овации. В Новинмаре выбрали лучшего педагога. В региональном центре развития образования подвели итоги окружного конкурса «Учитель года 2015». Любовь Пермякова побывала на торжестве и сейчас поделится с вами подробностями. Открытые занятия, творческие презентации, мастер-классы профессионального таланта и дискуссия. Такие испытания ждали педагогов. Конкурсантки не скрывали свою радость. Конкурс для многих закончился, а значит, позади все волнения и переживания. Только для победительницы главное волнение еще впереди. Это наши традиционные конкурсы. Учитель года, воспитатель года, сердце отдаю детям и воспитать человека. Вот эти конкурсы у нас проходят ежегодно. Победители регионального этапа представляют наш округ на заключительном конкурсе в Москве. Цветы, волнения, бурные овации – все это испытали участницы конкурса «Учитель года 2015». Выбирали лучшую из лучших. Все они профессионалы, любят свое дело и, главное, умеют заинтересовывать детей. Лучше всех это получается у Ольги Гвоздевой из школы поселка Искатели. Именно она стала учителем года. Общий педагогический стаж 15 лет. Я закончила Поморский государственный университет в 1999 году. И вот с тех пор, зайдя в школу в качестве уже не ученика, а педагога, захожу туда каждый день. Эти результаты стали сегодня только известны. Но, знаете, вот, нет, не ожидала, даже не думала. Вот идешь показывать себя, да, показываешь, действительно не задумываешься над тем, победишь ли ты сегодня или нет. Для меня было это неожиданно, приятно неожиданностью, конечно же, потому что все-таки победа. Всего в конкурсе приняли участие 5 педагогов из школ округа. Трое стали лауреатами конкурса. Среди них учитель физкультуры Антуфьева Надежда Борисовна. Конечно, каждый из нас в душе надеялся на то, что станет победителем, но своим участием я, наверное, прежде всего доказала самому себе, что я могу. Очень понравилось, очень занимательно, и вообще, мое мнение, участвовать в этих конкурсах не из-под палки, а по желанию. Каждому учителю. Волновались, да? Очень волновались. За этих 2 дня столько адреналина. Уроки – это не просто занятие, а целая жизнь, которую педагоги проживают вместе со своими учениками. И уж они точно знают, как сделать урок интересным и запоминающимся. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».